есть что. Кнопка была. Ничего не пропустили, в общем. Так, ну вот, есть тут неплохой такой плюс. Он в эту комнату не зайдет. В принципе. Здесь что-то открылось, непонятно что. И мне это необходимо узнать. Черт, где сраная карточка? Я хочу карточку. Ну, вот, проход открылся. Черт, блин. Я уж надеялся так. Но я тут помню, именно в каком-то месте была очень такой неплохо спрятанном месте эта карточка была. Это значит, мы от снизу пришли оттуда. Так. Что теперь? Все ближе, ближе мы. Сейчас надо будет смотреть постоянно вниз, ибо там может быть что-то. Или наверх, я уже не помню, куда нам, в общем, туда-туда смотреть. Вот, кажись, сюда нам надо было. Карточка! Вот она, моя дорогая. Я ее нашел. Ну, мне бы теперь бы хп чем-нибудь восстановить, ибо его ни хера нет. Так, и что мы активировали? А, зато нам надо все это прыгать заново. Лучше, чем все чем печаль, беда. Ну, ладно, ради карточки не такое можно сделать. Ибо это карточка. Можно скоротать путь. Придурок! Как ты не допрыгнул? Придурок Поттер, говно Поттер, блин! Ты заставляешь меня третий раз туда запрыгивать. Как ты смеешь, а? Аккуратно. Все. Тут все такое полупрозрачное, нихера не увидишь. А это видно секрет. Блин, не такая уж секретка. Лягушка! Отлично. Здесь теперь главное не упасть. Ибо мы. Просто-напросто придется сюда заново прыгать. Не гонись за мной! Нет! Нет! Он застрял, он не может пройти сквозь эту текстуру. Как меня пронесло, а? Меня спасла текстура. С ним лучше рядом не бегать.
Ты чёрт, куда ты идешь? Как мне теперь отсюда выбраться? Иди направо. Ты думаешь, я слепой? Сегодня в эту башню не пройдет никто. Да, да, я понял. Ты... Пивз, тебе за это влетит. Ага, вот так можно отвлечь Филча. Да ладно, Поттер. Все, прошли мимо него, и даже миссис Норрис как-то не увидела, которая должна была быть. Ее сейчас не было, потом... Брат Рона, Чарли, попросил своих друзей забрать дракончика с башни и отвезти его в Румынию. А вы как тут оказались? Ну, не вариант было на метле сюда залететь. Нет, надо было вот это все обходить, подниматься. Нет, они прилетели на метле, да. Теперь надо уйти отсюда. Вот, вот здесь будет миссис Норрис. Надо найти еще одну карточку. Нам осталось... Сколько карточек нам осталось найти? Нам осталось всего 3 карточки. Давайте поднажмем, ибо, может быть, мы наконец-таки... Я наконец-таки соберу все 25 штук. Чёрт, уходи отсюда. Миссис Норрис. Миссис Норрис, я мог бы поклясться, что слышал шаги, но и... Ну ладно, дорогая... Давайте обыщем библиотеку. Пошли отсюда. Нам надо будет отсюда выбираться. Теперь их двое. Этот чертова миссис Норрис ступая тоже будет мяукать. Аллахамара. Так, тут ничего нет. Да тут ничего нет. Что меня так тянет туда? А, сюда нам нельзя. Стоит догадаться. Нет тут ничего. Что я тут потерял? Блин, так и тянуло меня сюда. Ладно, хрен с ним. А, был Филч, нет Филча. Ага, вот теперь я точно слышал. Ну же, миссис Норрис, поищите его наверху. Слышал снизу, поищите наверху. Вот теперь эта крыса будет прыгать по этим самым... Ты не пройдешь, мелюзга. По полкам, блин. Так, только не иди сюда, окей? Пошла вон отсюда, жирная кошка. Мы тебя обманули, Филч. Мы пройдем тайным ходом. Ибо надо за собой все дверки запирать.
нарушитель! Так, теперь эти двое будут тут бегать. Эй, кто здесь? Нарушитель! Чё-то нарушитель. Ты чё, не видишь меня, что ли? Вот он, я показался вам. Слепой старый придурок. Ну ладно, не будем им показываться. Хорошим для нас это ничем не кончится. О! Здравствуй еще раз, Гарри. Ты поднимаешь шум, придурок. Фред и Джордж опять что-то задумали. Я прав? Я не знаю. Мне уже рассказали о вашей победе в Квиддич. Отлично, Гарри. Так держать, и кубок будет наш. Блин. Не бежать отсюда. А, поздравляю с победой в Квиддич. Слоупок, блин. Слоупочное привидение. И нам мотать отсюда как можно скорее. Поздравляю тебя с победкой. Привет, чувак. Как дела, как жизнь? Приходит, говорит, блин, посреди побега. Охрененное привидение. Ну, хотя бы оно показывает дорогу. Хоть за это ему спасибо. Я до тебя доберусь. Так, где и он угорает? Ты об этом пожалеешь. А, главное не упасть. Ибо будет херово. Книжонка. Фьюч. По-моему, одна карточка будет здесь от Фреда Джорджа. Я до тебя доберусь. Ибо я тут помню, под конец будет. Тут типа ты собрал 25 конфеток. Так, а это что за проход? Это что за проход? Так, ну это вход. А, хер с ним, пошли отсюда. Проебу так проебу. Эй, кто здесь? Что такое? Что это? Кто-то пробрался мимо меня. Скорее над тобой. Нет! Отлично. Меня нашли. Зато хотя бы я узнал, что это за место. Эй! Кто здесь? Так. Вот теперь у кого-то будут неприятности. Я не хочу ждать, пока он идет. Нарушитель! В запретном коридоре нарушитель! Он что, меня не видит, что ли? Ужас. Я считаю, что не обязательно этот плащ. Просто ему достаточно подойти вплотную ко мне. Тогда он его увидит. Да блин, я не хочу с тобой болтать заново. Хорошо, спасибо за поздравление. Давай показывай. Что-то задумали. Я прав? Мне уже рассказали о вашей победе в Квиддич. Отлично, Гарри. Так держать, и кубок будет наш. Опа-на. А я этим путем не шел. Всего лишь три конфетки. Я...